Всем привет! Это я, это Новосибирск, это Дзержинский район, станция метро Березовая Роща. Вот он, парк культуры и отдыха Березовая Роща, храм есть. Торговый центр здесь есть такой нормальный, неплохой, небольшой, где много чего тут есть. И Галамарт, столовая, и Лента, Литуаль, Детский мир, KFC, в общем... Все, что надо, есть и не надо. Вот он, выход из метро. Вот эта золотая стекляшка, здание новое, за ней практически граница Центрального и Дзержинского района. Вот там далеко домик стоит с синенькими стеклами, со шпилем. Это уже Центральный район города Новосибирска. От этой локации можно добежать до Красного проспекта пешочком минут за 20-25, смотря кто как ходит. Ну, можно сесть на метро, две станции, и вы на месте уже. Ну а я приехал снять видео жилого комплекса «Авторский квартал». У меня есть клиент, который рассматривает тут покупку. Ну и вообще есть звоночки, чтобы просто мне можно было скинуть видео, чтобы люди понимали, если кто-то иногородний, где это находится и как далеко от метро, и вообще что и как. Ну хочу обратить внимание то, что сейчас как бы зима в Новосибирске, Сибирь. И все вот такое вот серенькое, невзрачное. Но тем не менее, сегодня 30 декабря, на улице почти ноль. И вот такая температура у нас, это для жителей там каких-то северных регионов, Норильск, Якутия. Ну вот такая зима в Новосибирске. Березовая роща, конечно, летом у нас она зелененькая, красивая. Играет музычка, много детей гуляет, мамашечек, родителей, шашлычки, в общем... Место интересное такое, да, есть где погулять, парк очень большой. Ну, а я сейчас пройдусь в сторону ЖК «Авторский квартал» и сниму, что там у нас вокруг есть, чтобы люди, гости канала и мои подписчики, и мои клиенты, кто рассматривает покупки этот ЖК, а цены тут очень интересные для такой локации. Недалеко от центра, можно сказать, почти центр города. В Новосибирске центр города такое понятие растяжимое, очень не так в многих городах, там улица Мира, да, или Ленина, и все. Улица Мира в Новосибирске вообще находится в таком месте, господа, можете открыть карту и посмотреть улица Мира Новосибирск, что это стыд и позор, где она находится, вот. Ну, в общем, пойдемте. Это остановка общественного транспорта «Березовая роща». Обратите внимание, сколько здесь транспорта. Маршрутки, автобусы, троллейбусы. Помимо метро, очень-очень много транспорта. Но это не самая ближайшая остановка к этому жилому комплексу. Там остановочка Красина рядом. Вот она, Березовая роща, колесо обозрения. Почта России имеется вот в пешей доступности. Я уже иду по улице Гоголя. Улица Гоголя в этом месте, она вот такая, тихая, на которой стоит этот ЖК. Не как проспект Дзержинского или не как та улица Гоголя, которая находится в центре, в районе галереи Новосибирск. Там, конечно, движуха. А здесь вот, смотрите, это улица Гоголя. Самый движняк вон там, где проспект Дзержинского, вот машина едут, видите, да, это вот самая шумная магистраль. А здесь, ну, вот одна... Проехала машинка, и все. Тишина. Ну, опять же, хочу заметить, это практически, ну, недалеко от центра города. Шум, конечно, будет какой-то присутствовать. Если вы хотите тишину, ну, тогда куда-нибудь нужно подальше рассматривать. На окраине города, где тише, меньше машин. Ну, вот в пешей доступности от ЖК по улице Гоголя, от жилого комплекса «Авторский квартал», у нас имеется 3 детских садика, да? Смотрите. Вот один, второй, третий. Так интересно, их шлепнули в ряд детские сады. Вот такие у нас сибирские детские сады. Но уже извините, я не Сочи снимаю, поэтому еще раз говорю, серость, снежок. Летом все здесь очень много зелени, все зеленое. Ну а зимой вот так все выглядит. Пошел снег, хлопьями падает. Но на улице очень тепло. А вот он перекресток улицы Красина и Гоголя. Кто будет смотреть видео, я буду ссылочку сбрасывать своим клиентам. Можете открывать карту какую-нибудь, Яндекс или Дубльгиз, и как раз помечать, вот где иду, чтобы вы понимали, сколько тут. Ну, до метро Березовая роща от «Авторского квартала», я думаю, ну, минут 10-15 ходьбы.
Опять же, кто как ходит, кто-то за 8 минут добежит, а кто-то минут за 20, а то и за 30 с палочкой, да, дойдет. Поэтому, ну, примерное время такое, минут 10-15. Перекресток улицы Красина, Гоголя дальше идет. Вот смотрите, девятиэтажка панельная, а за ней стоит кирпичная хрущевка, и за ней вот прям кран, это авторский квартал строится. Ну, а я сейчас вот еще немножко кругаля сделаю для вас, чтобы понятнее было, что за локация. Магазинчиков всяких полно в округе. В этом районе дома хоть и есть вот такие старые, но они, видите, выглядят как бы прилично. Вот тоже дом. Еще садик. Смотрите, вот один во дворах. Эта информация, я думаю, очень важная для семей, потому что в авторском квартале студий, ну, там что-то прям очень мало. В основном квартирки большие, двушки, трешки. И, естественно, это все для семейных людей, у которых будут дети. Тут тоже были старенькие дома, трущобы. Их снесли и построили вот такой красивый домик. Да, вопрос, какая коммерция будет там на первом этаже. Вот обычно вот такой высокий первый этаж. И можете обратить внимание, что тут какая-то снежинка, частный детский сад, смотрите, да, на первом этаже. Как это сказать, ну, парикмахерская, да, мужские стрижки. Техника какая-то, аксессуары, Валберес, мастерская света. Есть нотариус, если какие-то вопросики вам надо порешать, можете сюда обратиться. Очень давно он работает, мы не раз уже тут по работе по недвижимости обращались к этим специалистам. Финал, не вижу без очков, уборка, что-то такое. Уборка с нами легко. Видимо, какие-то средства продают для уборки. Вот. Это улица Красина. Сейчас я пройдусь до проспекта Дзержинского. Детские электромобили. Тоже что-то, видите, работает. Коммерция, надеюсь, будет там тоже приличная, такая же, как в этом доме. Не пивнушки никакие, а что-то солидное. Вот он, перекресточек у нас. Красина и проспекта Дзержинского. На перекрестке есть довольно-таки большой магазин «Пятерочка». Мы как-то проезжали мимо него. А в декабре, недели две назад зашли. Он, вот он, красный, там эта вся вывеска. Это большой магазин «Пятерочка», прикольный. Так что вот она, шумная магистраль, проспект Дзержинского. А ЖК «Авторский квартал» находится подальше от нее. Во дворах, можно так сказать. Смотрите, какой ветер поднялся. Замело. 30 декабря, господа, 23-й год. Тепло на улице, хорошо. Здесь тоже какие-то у нас цветочки. Товары для кондитеров. Интересно. Я пешком тут давно не был. Тоже благодаря клиентам и подписчикам канала хотя бы есть возможность прогуляться и посмотреть вообще, что у нас тут. Извиняюсь за ветер, шумозащиту поставил такую, что даже у меня звук ухудшился, стал глуше, но зато ветра не так слышно. Вот тут братва какая отдыхает возле пекарни. Здесь пекарня, продают выпечку, и, видимо, их тут подкармливают голубей. В некоторых странах вообще, я знаю, запрещено подкармливать. Вот она, остановка Красина, ну, ближайшая к этому дому остановка общественного транспорта. Ну, а я иду по проспекту Дзержинского. Автошкола. О, Яндекс.Маркет. Заказы из интернета. Кстати, вот сколько иду, первая пивнушка попалась мне на глаза. Это очень радует, потому что раньше у нас в Новосибирске в каждом доме по несколько штук было. А теперь вот так. И можно, если пройти дворами, сразу прям в упор вы упретесь к школе и к авторскому кварталу. Ну, а я еще немножко прогуляюсь для подписчиков и гостей канала, и для клиентов, чтобы поняли, да, что тут вокруг есть. По проспекту Дзержинского домики тоже подкрасили, все прилично, смотрите. Ну да, старый фонд. И в центре у нас полно таких домов. Тоже вон и «Магнит» есть. Всякие-всякие заведения имеются. Ну, замело снегом прям. Там вот в этом светлом домике есть, кстати, магазин «Мои инструменты». Или все инструменты, да. Это не реклама, просто кому интересно, очень много там чего можно купить у них на сайте, заказать. Бывают скидочки интересные. Сантехника, электрика. Заказываешь и приходишь, получаешь. Рядышком тоже все есть. Так,
Тут, если не ошибаюсь, у нас пенсионный фонд находится в этом чудесном здании. Ну, банк Левобережный находится здесь еще. Так, а тут ресторан «Царская охота». Смотрите, ресторан еще есть. Кто дома не любит готовить, будете ходить сюда из авторского квартала в ресторан. Вот адресочек, смотрите, 12/1, проспект Дзержинского, 12/2. Ну, а это, да, у нас пенсионный фонд. Или что это у нас такое? УВМГУ МВД России по Новосибирской области. Ну, насколько я помню, тут был пенсионный фонд. Ну, сейчас какое-то вот такое название. УМ. Все же меняется. Так, тут у нас можно пройти? Нет? Обойдем тогда вокруг. Пройду, наверное, еще до администрации Дзержинского района. Раз уж я приехал, да, то скажут, что гулял-гулял и не дотелепал. Сейчас пройдусь. Пункт выдачи ОЗОН, банк открытия. Это администрация Дзержинского района. Это проспект Дзержинского. Дальше, где светофор, это у нас остановка Королева. Остановки у нас интересны, не знаю, прям, ну, несколько столбов по дороге и остановка. Несколько столбов и остановка. Поэтому я говорю, бывает там 5-7 остановок прогуляться, это вообще, если здоровье позволяет, то удовольствие, вот. А я сегодня был еще в зале, позанимался хорошо, до тошноты, так что классно. Пришел домой, немножко отдохнул и вперед работать. 30 декабря, напоминаю. А вот сейчас выхожу на улицу Гоголя. Эти дома красивенькие, кирпичные, это ЖК «Расцветай» на Гоголя. Дальше там по Гоголя немножко, еще только буквально 9-10 этажей там построили. Это у нас ЖК «Рубин» дальше будет. Вот. Ну а Гоголя, вот улица прямо за «Расцветаем» Гоголя. Ветерок. Собрался сегодня, конечно, видео снимать. Вспомнил, вчера вечером писали, что на 30 число у нас по городу и по области штормовое предупреждение. И как бы вроде тепло, все хорошо, руки теплые, а лицо уже обветрилось, немножко щеки это не шевелятся. Ну и вот как раз дворами шел, я здесь никогда не ходил, не ездил. Есть тоже магазин, смотрите, «Монеточка». Так что голодными вы не останетесь. Место для жизни, ну, как бы нормальное. Здесь тишина, и в то же время до центра на машине доехать 5-10 минут. На транспорте тоже, ну, единственное, что дойти надо до остановки. И под аренду именно в этом месте, и проспект Дзержинского, очень-очень пользуется спросом квартиры. Это говорит о том, что здесь жить комфортно, и люди ищут в этом районе, ну, как бы жилье, да, чтобы снять и жить. Я уж не говорю, чтобы купить. Как видите, ветер капец. Извиняюсь за мой французский. Это улица Гоголя, я опять на Гоголя. Вот она сама строечка ЖК, авторский квартал. Возле дома прям вот Гоголя 204/1. Я встал между двух домов, потому что ветер с ног сбивает. Забор глухой сделали, ребята. Тут раньше была сетка поначалу, но уже облагородили. Над забором, смотрите, сделали, чтобы на голову кирпич не упал, видимо, да? Ну, сейчас попробую хотя бы камеру выше забора подниму, чтобы посмотрели его, что там делается. И сам потом посмотрю на видео. Вот, в районе этого ЖК. Ну, смотрите, жути никакой сильно нет такой, что прям, ну, ну, дома. Вот хрущевочка стоит тоже. Ну, господа, 30 декабря, и было бы смешно увидеть тут кого-то, чтобы кто-то копошился, да? Но пару недель назад я шел, вот этого всего еще не было. Так что это самое начало строительства. Естественно, цены будут самые-самые шоколадные. Вот, вот, вот. Так что будет интересно годика через два клиентам, которые будут самые такие запоздалые, но есть, которые боятся, ну, еще по каким-то причинам покупать квартиры на раннем этапе на таком, показывать видео это и говорить, вон на каком этапе люди заходили, покупали. Напротив школа, друзья, это школа. Рядом, через дорогу, находится общеобразовательная школа. Вот такая красивая, сейчас я пройду мимо нее. Ну, Алкомаркет есть тут, смотрите-ка, да? И Озон тоже. Вот ответ на вопрос, далеко ли школа от дома будет. Вот она, рядом. Красивая.
приличная, нормальная школа. Вот, буквально через дорожечку перешли, и все. В этих домах, вот бежевых, очень хорошо сдаются квартирки, долго не стоят. Так что, еще раз говорю, район пользуется спросом. Здесь много было всяких таких тоже трущоб, которые снесли, и строится ЖК. Будут еще здесь дома, я так подозреваю, что что-то здесь должны еще снести, потому что места для этих домов надо много. Вот этого, скорее всего, ничего не будет. Такие дела. Ну, а я сейчас буду двигаться обратно к метро. Ну, садики вот в ту сторону, да, я шел, там стоит несколько штук, чуть подальше. Все, все тут в пешей доступности, реально все. Садики, школы, магазины, метро. Просто вышел из дома, дошел, и все, и вы практически в центре находитесь. И в то же время тишина, нет такого шума движника. Ну, а дворы серые, можно увидеть и на площади Ленина. Зайти куда-то в закоулок, и будет то же самое, будет тот же снег, все будет того же цвета. Друзья, 30 декабря, суббота, многовато машин для субботы 30 декабря. Все куда-то едут, за подарками, наверное. Вот он, перекресток Красина. Вот она, Красина, я был на той стороне и прошелся вокруг до проспекта Дзержинского. Светофор тут горит секунд 11 или 10, я не успел даже заметить, я только отошел и уже вот едва успел добежать, и загорелся красный свет. Интересно настроили. Вниз от Гоголя сюда спуститься по улице Красина буквально минут 5-7, и вы выходите к торговому центру Сибирский Молл. Ну и там, конечно, разгуляться есть где, магазины, продовольственная одежда и много-много всякого, что надо и не надо. Кинотеатры. Сейчас я спущусь и покажу, раз уж тоже пришел. Господа, самое время поставить лайкос за то, что ножки бью. Хотя бы поблагодарить добрым, сказочным лайком. Лошадь, представляете, в квартире такое держать. И оно еще с вами на диване будет сидеть. Вот это вот создание. Караул. Вы посмотрите, какой снег пошел. Уже темнеет, так что как раз надо уже закругляться, потому что вид будет не тот. Будет не то. Это улица Красина. По ней можно спуститься и попасть на улицу Фрунзе, Кашурникова, в сторону Золотой Нивы. Ну, почистили хоть тротуар. Идти нормально можно, не кашу месить. Но опять же, это все зависит от района города. Есть такие места, где ТСЖ там не занимается ничем. Да, даже в центре города, там прям совсем возле площади Ленина, каша. Остался я вот до перекрестка и прохожу мимо интересного здания. Вот смотрите, здесь синенькие балкончики или что тут выкрашено. Это долгострой. Недавно мы с клиентом катались по районам, искали квартирку. Но получается так, что за бюджет клиента можно купить квартиру либо просто бабкин какой-то бомжатник, реально бабушкину страшную квартиру, я извиняюсь за тавтологию, за... Ну, это вот, ну честно, так и есть, я говорю своими словами, как это называется, в центре. Ну, либо более-менее с хорошим ремонтиком где-нибудь там на жилмассивах, вот. И мне клиент скидывает ссылку, смотрите, я нашла квартиру в новом доме, рядом с метро, вот в этом доме, вот. Ну, не знает человек иногородний, я, конечно, объяснил. Смотрите, там еще забор строительный даже стоит. Люди живут в этом доме, но он проблемный. Можете почитать на Красина, какой же тут 54/1, что ли, да, Красина? Да, 54/1. А с 2008 года здесь, ну, просто вот как-то печаль у людей. Вон, продам. Очень известные агентства города пытаются продать в этом доме квартиры обманутых дольщиков, которые, естественно, ну, хотят вернуть хоть какие-то деньги. Могу привести такой же пример. Кропоткина 107, если не ошибаюсь, дом стоит прямо у метро Гагаринская на Красном проспекте. Свечка огромная,
тоже заброшенная, тоже очень много людей обманули. Вы можете посмотреть на сайтах, очень много объявлений о продаже квартир в этих домах. Очень известные агентства города продают, делайте выводы, да? Я никогда, вот поверьте, я работаю, если есть хоть какое-то у меня сомнение про какой-то из объектов, я сразу, нет и все. Я не продаю квартиры там, не занимаюсь, не предлагаю. Так что уж извините, ребята, всякие неблагонадежные застройщики, я не продаю такие квартиры. Без меня, пусть риэлторов в городе, могу сказать, тысячи, наверное, да? И есть кому это все продавать, но без меня. Пусть зарабатывают люди деньги на этом, в кавычках, зарабатывают. Вот. А здесь находится мебельный магазин «Финист». Очень старый, он уже давно тут, ребята, работают. Если что-то купить из мебели, то можно. Вот. Перекресточек, да, здесь вот такой интересный. Буквально 5-7 минут с горочки от улицы Гоголя вы попадаете на этот перекресток. Это вот у нас Красина, Кашурникова, Фрунзе. Здесь эти улицы все пересекаются. Ну а вон сам Сибирский мол. Нужно здесь пройти два светофорчика. Кашурникова тоже подняться вверх. 5-7 минут Березовая роща будет. Вот. Я извиняюсь за ветер. Ветер реально сегодня штормовое предупреждение. Вот такое место. Сейчас я дойду, наверное, до Сибирского мола. Я сейчас вспомнил, у меня ни в одном из видео нет Сибирского мола. Короткий ролик я снимал возле него, но я был на велосипеде. Свой велосипед я никогда не оставляю, поэтому не было возможности у меня зайти туда. Сейчас я немножко зайду, чтобы вам показать. Он очень огромный, этот торговый центр, Сибирский мол. Очень, очень удобный, очень уютный. Улица Фрунзе. Вот три домика стоят полосатые, а за ними вон свечка большая, это ЖК Гранда. Сибирский мол. Вот отсюда до центра пешком минут 15-20, и вы возле... Извиняюсь, ветрище. И вы возле центрального парка, там Красный проспект, Мичурино, центральный рынок, стадион «Спартак». Вот такая локация здесь интересная тоже. То я не на машине передвигаюсь, я пешком. Вот этот район я сейчас, оббежал пешком. Все обошел, и поверьте, если у вас здоровье позволяет, вы будете здесь ходить пешком. Все рядом, все рядышком. Кстати, вот фитнес-клуб, там абонент был, не знаю, сколько сейчас, что-то в районе 1400 на целый год, что-то прям дешево, интересно. Так что вот есть здесь такой спортивный клубешник, можно сюда ходить и заниматься спортом. Студия красоты, что-то тут много чего, соляная пещера. Так что, еще раз говорю, такая локация этого ЖК, авторский квартал, что в пешей доступности есть вообще все, что надо для жизни. Если вам надо на работу, на левый берег, вы не будете париться там, заводить машину. Прыгнули на метро и доехали до Маркса, если у вас где-то там недалеко, да, работа. Либо до центра можете без проблем, без всяких пробок, там, какая бы ни была ужасная погода. В метро сели и доехали до площади Ленина, до Калинина. Гагаринская, ЖД вокзал, там метро Октябрьская, Речной. Вот, то есть, здесь достаточно можно быстро передвигаться по правому берегу. И можно минут за 30, за 25 добраться до метро Маркса. Это на метро. Вот. Сейчас зайдем в Сибирский мол. Будет хотя бы одно видео. Я думаю, моим клиентам из ЖК Гранда будет тоже немножко интересно. Я не буду гулять по всему Сибирскому молу, потому что не люблю я ходить по магазинам. Еще раз, господа, самое время поставить лайкос, кто еще не успел поставить, за работу, за все такое. Я не собираю денежки ни на что. Делаю это бесплатно, такой опознавательный, или как сказать, не опознавательный. Опознавательный канал для гостей города Новосибирска, для своих клиентов. В первую очередь, вот. Поэтому просто лайкосик. Если есть вопросики, заходите в нашу группу в Telegram City154. Пишите под видео комментарии, я отвечаю всегда. Остановочка. Вечером, особенно летом, здесь очень красиво, очень зелено. Подсветочка красивая, здесь классно. У меня есть видео на канале короткие. Здесь есть кинотеатры. Можно посещать кино, кафе. Тут, в общем, развлекалово есть. Я очень давно не был в Сибирском моле, поэтому мне тоже интересно. Здесь много чего поменялось. Дядя Вано. Это бывший Макдональдс у нас, вкусно. И точка шашлыков.
Видите, какие тут места интересные. Ну, третий этаж, как всегда, это покушать и развлекалово. Но не в Сибирском молле, насколько я помню, есть там и на первом этаже кафешечки. Так что, господа, кто пренебрегает Сибирским моллом, выходите в галерею Новосибирск или в Ауру. Смотрите, как там весело. Я сейчас туда доберусь. Я туда не хотел идти, но сейчас доберусь. Прикольно тут, ребят, Сибирский молл. Не реклама, мне никто не занес ничего, хотя я бы не отказался, конечно, от бизнесменов что-то. Вот. А у простых людей я не могу собирать донаты, извините. Канал бесплатный. Какая-то туса там, он сцена. Есть эскалаторы здесь, да? А есть вот там лифты еще. Лифты. Магазин «Спортмастер». Вон, детский «Непоседа» магазин, «Акула» детский магазин. Короче, тут детские магазины. И вот там дальше еще какое-то развлекалово детское есть. Вот. Вот такая тема по сибирскому молу тут. Ну, все это для моих клиентов, для подписчиков. Смотрите, детский магазин большой, кари гипер, да? А, ну тут не только детские, это обувь, да? Я извиняюсь, если что-то ляпну не то. Я просто не шопер там, ну, не моя эта тема ходить по магазинам, не люблю. Я даже сегодня вот поедем в «Спортмастер», я на сайте заказал вещи, я поеду, ее просто заберу и все. Вот такое детское тут развлекалово. А в «Ауре» нет такого, прикольно. Видали? Это, да? Блин, ну я раз зашел уже сюда, собирался или нет, но я, короче, погуляю. Я этого сам не видел ни разу. Далее. Вот это. Баба. Класс. Для детишек, представляете, да, как вообще круто, какой шок там от этой аварии. Это вообще, да. Ничего себе. Вот, погонять, пожалуйста, на тачках. Даже взрослые пацанчики, ну как сказать, нашли себе здесь развлечения. Здесь у нас что-то с очками связано, виртуальной реальности. Ничего себе здесь помещение. Я ни разу здесь не был. О, мягкая лазилка для детишек, смотрите, да? Прикольный какой-то тут. Вот, вообще мягкая штука такая интересная. А там бассейн с шариками. Карусель, вообще класс. А этот что-то, смотрите, на какой-то веревке детишки ездят. Ой-ой-ой. Ничего себе. Я ни разу здесь не был. Никогда. Вот вам обзор. Я не собирался сюда идти. Думаю, дойду до сибирского молла. И хотя бы покажу, где он и что он. А здесь, короче, вот такая тусовочка. О, стрижечки модные делают на Гелендвагене. Но это не весь магазин, вы не подумайте. Вон там далеко вообще еще много-много магазинчиков всяких разных. Галамарт. Вот, пожалуйста, лифты для малоподвижных граждан. Я туда дальше сильно не пойду. У меня просто есть еще дела. Встреча сегодня, можете себе подумать, 30 декабря. А здесь фудкорт. Много всяких кафешечек. Смотрите, да, народ тусит. Не хуже, чем в Меге или там в Ауре. Все красиво, все прилично. Так звучит, как будто я тут пришел рекламу делать. Поверьте, нет, вообще нет. Это у нас кинотеатры тут. Ну, не у нас, а у них. У них, у него, у торгового центра. Смотрите, тут все прикольно. А, тоже есть спортивный клуб. Hammer Fit. Интересно, работает, нет? Люди на велосипедах, тут просто зеркальное такое
остекление. Кстати, вот тут самолет есть. Кабина самолета какого-то Боинга там или что такое. В общем, можете на ней покататься, полетать на самолете, заплатить денежку. Ярмарка. Вот. Ну, а я сейчас еще вниз спущусь. Там дальше очень-очень много всяких магазинов. Вот, короче, здесь вы можете, наверное, полетать, купить сувенирчики какие-то. Боинг 737. Ну вот, видимо, ребята тут купили билет, ознакомливаются с правилами, что во время полета там можно делать, что нет. Вот кабина, заходите и банкоматики. Мне кажется, эта ярмарка тут всегда. Мы были здесь осенью или летом, не помню даже, когда были. И тоже тут был. Тут, кстати, есть автомат такой интересный. Короче, аквариум. Вы бросаете монетку, и корм рыбкам падает. В общем, такой аттракцион. Как в Таиланде, да, вы платите денежку, а вам дают курицу какую-нибудь, и вы кормите крокодила. Я первый раз тут с камерой иду и обратил внимание на охрану, что конфеты. Они вообще не реагируют. Так, тут музыка играет нехорошая, да, какая-то, недружественных стран, из-за которой могут забанить видосик. Техника, ДНС, смотрите, все, вон, МВидео. Здесь довольно часто проходят какие-то развлекательные музыкальные мероприятия. Ну, просто в рекламе бывает, где-то в соцсетях читаю. Ну, вот такой обзорчик, маленький обзорчик торгового центра «Сибирский молл». Народу, ну, я бы сказал, может много, может нет. Я не знаю, я не хожу по торговым центрам. Не могу сказать, много это людей или немного. Ну, из магазина выходишь, конечно, на улицу, вообще Ташкент. Ну, и я отсюда сейчас пробегусь до метро «Березовая роща». Ну, а на этом пока не все. Есть еще кое-каких дел сегодня. Немножко. Какие зеленые елочки. А то хожу-хожу, а есть прям уже какие-то засохшие. Видимо, эти какие-то зимние елки. Зимой зеленые. В автомойку очередь, смотрите. 7 машин, и там еще в автомойке машины стоят. Там ЖК Гранда, небоскреб 30-этажный. Ну, вот там дальше дома высокие, это уже центральный район, улица Фрунзе, там у нас получается центральный парк, НИИТО, институт травматологии. Ну, вот по этому пешеходному переходу, если перейти, прямо-прямо можно выйти до Березовой рощи. Вот. Вот я дошел, смотрите, ровно рассчитано так, чтобы не зевали, не стояли пешеходы, а загорелся зеленый свет и пошли. Молодцы, настроили хорошо. На, вот тут каша. Видите? И вот эту вот девятиэтажечку пройти, и все, и там Березовая роща уже будет. А под кашей лед. Это двор, и сразу вот он, выход из метро. Метро «Березовая роща». Во дворах тишина, ветра нет. Ну, а я сейчас бегу за машиной, и нужно прокатиться по делам, потому что завтра, скорее всего, буду монтировать видео. Завтра уже всем будет не до всего, и я могу спокойненько за компьютером поделать свои делишки. Всем еще раз привет. Тот же день, 30 декабря, мы заехали на центральный рынок, чтобы купить на эти выходные дни, когда все будут пьянствовать, гуливанить, фруктиков, семечек. Вот, и будем отдыхать.
пережидать начало рабочих дней с вкусняшечками. Вот. Дочку мы отправили на каникулы в лагерь. На каникулы, в смысле, на выходные, вот эти вот праздничные в лагерь. И мы с супругой будем вдвоем тусить. Небольшая экскурсия по центру Новосибирска. Красный проспект, площадь Ленина впереди украшена. Да, она, по-моему, с лета украшена. Со слета. Но все равно красиво сойдет. Вот такая она площадь Ленина наша. Ленинская площадь. Это наша стройка, недостройка тебе. Долгостройка. Темно тут уже. Никого нет, ни души. Денег нет, все куда-то исчезло. Были-были и не стало. Никогда вот такого не было. И вот опять. В общем, на этом будем в прекрасном моменте заканчивать сегодняшнее видео. Я заезжал в Спортмастер, мне на работе подарили подарочный такой сертификатик. И я купил себе две пары крутых шортов, или шорт, или может одни шорты одних шортов. За 1600 рублей две пары шорт у меня вышло в зал. Так что моим коллегам с работы большое спасибо. Я буду теперь в новых шортах. У меня две пары разных цветов. Вот такой подарочек на Новый год. Улица Ипподромская. Самое время, кто не проставился до сих пор передо мной, поставить лайкосы. Иначе будет у вас неудача. Если хотите, чтобы вас преследовала удача, обязательно ставьте сейчас лайк. Всем большое спасибо. Всех с Новым годом, в хорошем смысле слова. Всем пока.